Словом можно убить или ранить, а можно и наоборот – помочь. О том, какое значение имеет это самое слово, как никто другой, знают журналисты. На торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати, собрались представители всех средств массовой информации Щелковского района – газет, радио, телевидения и благосферы. В общем, все те, кто рассказывает жителям о ключевых событиях в жизни малой родины и работе местных властей. Я вам хочу сказать слова благодарности, потому что я считаю, что в Щелковском районе, вот именно в этой отрасли, если назвать это отраслью, работают только высокопрофессиональные кадры. Каждый из вас искренен, ответственен. У нас маленький мир, Щелковский муниципальный район, но так хотелось бы, чтобы в нем всегда оставался мир. Вы сделали все возможное, чтобы мир на Щелковской земле был восстановлен. За это вам большое низкое спасибо и поклон. На мероприятии отметили заслуги самых опытных представителей журналистского сообщества, корифеев своего дела, ярких профессионалов, чьи материалы, будь то статьи, передачи, расследования, однозначно оставили след в сердцах читателей, слушателей и телезрителей, а также тех, кто в профессии не так давно, но уже успел достичь определенных результатов, молодые, но перспективные журналисты. Хочется сказать спасибо руководству нашего района. Мы работаем, наверное, на благо наших жителей. И без вашей поддержки мы не смогли бы выйти на передовые позиции и заслужить доверие наших телезрителей. И мы прекрасно понимаем, что от труда каждого из нас зависит, насколько полной и объективной будет та информация, которую мы доносим до наших зрителей, до наших жителей. Поэтому, коллеги, с праздником вас! 2016 год станет юбилейным сразу для двух средств массовой информации района. Газета «Время», которая входит в состав Щелковского информагентства, отметит 85-й день рождения, а телерадиокомпания «Щелково» отпразднует 25-летие со дня выхода в эфир первого материала. Коллективы обеих организаций на мероприятии были удостоены благодарственных писем главы Щелковского района. Но, конечно, главные судьи – те, для кого работают журналисты – это жители. Каждый материал – это большая ответственность и доверие, обмануть которое нельзя. Дарья Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».